Добрый день, ассаламу алейкум, рахматуллах, дорогие уважаемые братья, сестры. К обиду приехали гости, коваль приехал, расчищает ему копыта. Подковывать не будем, так как на нем не ездим вообще. Вот, сейчас я вам покажу задние, смотрите, как они отросли. Вот, передние расчистили уже. Обид. О, Абид, как обычно, любит кут-уки. Абид съемки не любит, да? Да, Абид съемки не любит. Поведи его вперед немножко. Поведи. Ох, Абид. Вот так вот. Передние две готовы, сейчас на задние перейдем. Другой ковальщик мучился с ним. Этот вообще, я не знаю. Смотрите, он ногу дает ковальщику. У него специальные слова есть. Которые подходят ахалтыкинцам. Спокойно чистит. Нас он вообще даже близко не подпускал к себе. Какой-то бешеный был. На свечку становился. Он с ним хорошо контактирует. Вот теперь заднюю ногу расчищаем, ребят. Я никогда в жизни не видел вот такую стрелку, ребят. Смотрите. Да. Вот такую стрелку я не видел. Когда она делась, я не знаю. Спряталась она. Но я просто в шоке, как этот человек справляется с этим обидом. В прошлый раз пятеро держали коня, думали манипуляторы вызвать, приподнять и менять. Сальто чуть ли не делал. Машалла, просто сглазить боюсь. Спокоен очень. Машалла. Давай, Абид. Котя. Абид. Пшу. Иди сюда, Абид. Котя. Эй, Абид. На свободу вышел, Абид. Как играется. Ой, Хочу. Давай. Ай, молодец.